Никита Трошин играет в классический баскетбол, мечтает о профессиональной карьере. Стритбол для него – отличная альтернативная подготовка для достижения цели. К тому же хороший запасной вариант. Баскетбол 3x3 с недавних пор – тоже олимпийский вид спорта. Спортсмен уверен, в каждой игровой версии есть свои плюсы и минусы. Это командная игра на два кольца, чуть-чуть ложится эмоции, команда поддерживает, все говорят вперед. В третьей все-таки сложнее, потому что игра идет очень быстрая, мы быстро устаем. Областная федерация баскетбола развивает все направления этого вида спорта в Самаре. В городе проходит первенство среди подростков и молодежи. Мальчишки и девчонки занимаются как в школьных командах, так и при профессиональном баскетбольном клубе «Самара». С десяток лет активно популяризирует стритбол. Руководство федерации на каждом соревновании просматривает перспективную молодежь. Не стал исключением и суперфинал Лиги звезд 3x3. И баскетбольный клуб «Самара» в этом году уже заявил команду мужскую 3x3. Она уже на одном этапе уже выступала. А с января месяца мы заявляем команду еще и женскую. Вот чтобы у этих детей было будущее и был выбор, кто попадет в классический баскетбол, кто попадет в баскетбол 3x3. Часто бывает, что вот баскетбол 3x3 получается лучше. Самарская лига звезд 3x3 объединяет сотни молодежных команд по всей области. Соревнования «Стритбол в школу» проходят в двух дивизионах – мужском и женском – в рамках нацпроекта «Демография». Это большое массовое движение, это современный модный вид спорта для молодежи. Сегодня в Самаре лучшие из лучших участвуют в суперфинале. Они уже сегодня посетили мастер-классы с ведущими тренерами Самарской губернии, получили подарки от губернатора Самарской области, мячи баскетбольные. Новый проект областной федерации баскетбола – создание академии. Специалисты уверены, тогда можно будет говорить не только об участии профессиональных команд клуба «Самара» в Лиге ВТБ, но и на турнирах международного уровня. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.